Велопоход по местам боевой славы советской армии в годы Великой Отечественной войны. В Славянском районе отправилась группа молодых людей на велосипедах. Маршрут велопутешествия, который проходил вдоль реки Протоки, по местам, где происходили наиболее ожесточенные бои с немецко-фашистскими оккупантами, назвали «Живая память поколений». Юные велосипедисты отправились от памятника бойцам Таманской армии в поселок Кубриз, к памятнику воинам-пограничникам, затем в хутор Маевский, к памятнику воинам-землякам, погибшим и живым участникам Великой Отечественной войны. В прикубанском поселении ребят провели в музей хутора, где уже не один год ведется летопись его истории. Тщательно собираются любые сведения о воинах-земляках, погибших на войне. Далее в маршруте участников похода была станица Анастасиевская. Вечный огонь и памятник воинам 256-й и 43-й стрелковым бригадам, расположенные в центре станицы, стали святым местом для жителей и гостей Анастасиевской. Именно здесь прошла торжественная встреча представителей общественности станицы и участников велопохода. Закончили свое велопутешествие молодежные активисты на границе Славянского района, возле хутора Коржевского, у недавно открытого памятника участникам прорыва «Голубой линии». Алена Лавринова, Игорь Иванчуков, программа «События».